дном балканский тигр, среднеранний. Высота куста 100-120 см в открытом грунте, в теплице до 200 см. Лист широкий и морщинистый, куст компактный, формирование растения минимальное, урожайность высокая, плоды округлые, бледно-розовые с красными и желтыми полосами весом 40-90 грамм. Очень вкусные и сладкие. В кисти 5-7 томатов. Плодоносят до заморозков, устойчив к фитофторе.